Во Всемирный день легких, который отмечается 25 сентября, врачи Люберецкой областной больницы принимали благодарность от своего пациента. В стационарное отделение доставили мужчину 39 лет в крайне тяжелом состоянии. У пациента диагностировали обширное поражение легочной ткани, в результате 90% поражения легких. Его сразу направили в реанимацию, и врачи экстренно оказали медицинскую помощь для стабилизации жизненных функций. Проводилась искусственная вентиляция легких с первых минут нахождения в реанимации. Также данному пациенту, ввиду того, что было понимание продолжительности ИВЛ, была выполнена пункционно-дилатационная трахеостомия на вторые сутки нахождения в реанимации. Выполняется прокол, и трубка вводится методом расширения тканей без разрезов. Когда угроза жизни миновала и пациент полностью смог самостоятельно дышать, его перевели в терапевтическое отделение. А на днях выписали домой. Во Всемирный день легких мужчина поблагодарил докторов за спасение жизни.